активные админы, аирдроп каждые игровые сутки, эвенты, конкурсы, призы. На сервере установлены плагины, античит, все настроено и готово к комфортной игре. Также во избежание бгаюзеров отключены спальники и добавлен кит с кроватью. Ждем вас на сервере, присоединяйтесь и зовите друзей. IP в описании. А это чей домик получается? Где вот эти вот? Да. Это ну, типа, да. Это типа напоследок у них забрать весь лут, да? Да. О, так, здесь... Здесь лута нету. На первом нету, нет. Мы рейзили. Это что, у них здесь мини-общага, что ли? А у него даже решеток нету в окнах. В чем прикол? Поставил вот здесь. Сейчас. Нельзя. Фундамент не ставится тут. Весело. Вот, вот здесь вот только ставится, где я стою. Вот здесь вот. Или вот здесь вот, к этой стене. Или это не тот дом. И именно к тому надо. Ну, давай к этой стене попробуем. Давай. Вон там в середине сундуки есть. А мы туда... Проверим, еще, если... Мы туда не попадем, наверное. Так. Вот и все. Ну да. Вон ящик. О, там целая комната. Как бы выше подняться. Тут еще вон лут какой-то там. Но мне надо дерево. Один пилар и дерево. Один пилар и лестницу еще. А здесь ресурсов нету. А есть хотя бы фундамент? Нету. Фундамента тоже нету. Кит-стартера нету? Подожди, кит-стартер есть. Кит-стартер. Вы получили... О, вы получили набор. Сейчас я переплавлю. Давай, давай. Сейчас вот планксы. 50 вот планксов делается. Еще выше, да? Да, да. Сейчас запилим. Купал. Сейчас запилим. Так, пилар, лестницу. Пилар. Лестницу. Так. А его что, нет в сети, походу, дела? Жалко. Так бы с ним повоевали. Что, еще выше надо? Смотри, вот здесь печка. Печка, кровать, спальники. Еще давай повыше. Вон здесь тоже печка, кровать, спальника. Еще повыше давай. Сейчас. Так. Так, 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 все. Я на YouTube попаду. Я, говорит, YouTube попаду. А здесь что? А здесь вообще пусто. Здесь просто окно стрельбы. Подожди, а там если через верх добраться, мы... Еще не можешь, еще не можешь. Сейчас, сейчас могу. Всем круто познакомиться. Та-та-та. Че он говорит? Не знаю. Вообще лох какой-то. Че он вообще? Так. На крышу надо. Еще одну. Сейчас. Опа-на. У них здесь дверь стоит. Дверь стоит. Чё, там тогда, где печки, что ли? Здесь тоже бесполезно. Вот это тоже бесполезный этаж. Вот этот этаж нормальный. Вот этот вот. Этого хедшот замочим, а то пока он нас не замочил. Да он же вроде ничего не трогает, пускай стоит. Вот тут, походу, лут. Ты только не заходи, мы лутаем. Да. Че, давай вот это сюда зовем? Давай, давай. Чик-чик-чик-чик. Опа, на сюда кто-то идет, походу. Сидят гости. Сюда кто-то идет. Дай посмотри. Там все есть. Нормально,
О-о-о! А там что в печке? Взорви дверь вот эту. Блин, надо было через дверь, ну ладно. Ну-ка. О-о-о, там ресурсов. Мешочки, чё? Хавка, хавка. Хавка только. Ты там те оружие забирай. Можно одеть. Одевай, одевай. Надолго. Одевай. Только не ты, ты считай, бэ. Дай посмотрю. О-о-о, пошла жара. Дай посмотреть, дай посмотреть. О-о-о, какие-то кирки сраные. Так. Чё, домой все понесем? Лутаем? Все забираем. Все забираем. Мы лутаем. Так, мне нужна емка с прицелом. У тебя есть? А вот, я сейчас одену. Нет, нет, нет. Есть. Его, на, держи. Его. Да я забит. Лут хранить так вообще. Вообще. Эксплозив 16 штук он нашел. Мне скинул. Круто. Так. Лес это мне не надо. Чё, забиваемся по полной? Да, да. Бегает кто-то. Кто-то бежит сюда. Кто-то. Ты кто? Я тебя сюда не звал. Дейл, это он? Дверями кто-то захлопал. Всё нормально. Убил, убил его. Это хэдшот. Он дверь поставил. Ага. Красавчик. 51, ребят, роль. 13.51. 13.51. 13.51. Где? Остались сишки или нет? Флееры надо забирать? Остались. Флееры там, чарал. Подожди, у них есть С4, мне кажется. Нахера им столько чарала, нахера им столько сульфуры, нахера им столько флеера. Они варят сишки. Вопрос, где они варят эти сишки? Да, на первом этаже, может. Ну вот, это у них здесь основной лут оружки был, это точно. Ты не находил сишки, Хэт? По-моему, не находил ни хера ничего. Я кюлар взял только. И стак порох у меня есть, ребят, надержите. Да не надо, а не надо. Там стак. Еще ниже, там еще ниже, там еще ниже. Есть что ли? Сундуки. Да, вон сундуки. Еще около лестницы посередине там сундуки. У них лесенка вроде посередине прям идет, а нет. Че, будем что-нибудь продолжать рвать? Не знаю, так, давай взорвём то эту. Так, а там, подожди, а там у них что, все уже, просвет, ничего нету? Вот там, что такое? Опа, стрельба какая-то. Давай. О, нашел бы самого, давай здесь рванька. Ага, давай. Дейл, это он как раз таки. Мы же у Дейла бахаем сейчас. Или нет? Да. Да, нет, это тоник, это тоник. Фармилы какой-то. Нету ничего. Внизу что есть? Внизу. Нету. Спальники там тупо. У него, сам внизу у него есть. Я могу тпхнуться. Но у меня. У тебя есть еще планки? У меня есть 21 планка. А, крафти фундамент, таким мне я сюда конвар поставлю. Сейчас. Фундамент. Я сам внизу. Через улицу, в смысле? Да, да, давай. Вот, скидывайте. Да. Скинул. Сразу, надо было их сразу выявить. Ну. Сишки всякое должны быть здесь у них быть. Ты сейчас что хочешь? Конвар поставить. Тихо, тебя там чувак. Дейл, он здесь. А ты все оружие забрал там сверху? Да, да. Почти все вроде. Ну, у меня не вмещается. Сейчас ага. Все, сишки возьму и все. М4 у него была, ребята. А птичек херово туча. Заводить вас хотел, урод. Скинь мне патроны. На эмку? Не-не-не. На, скидываю. Надо тебе? Что? Скинул. Вон валяются, да. Какой чувак ты пешнулся? На фундамент. Дейл, это же он, да? Пешка у него сраная. Да, мы убили. А, ёптёжа. Всё, сейчас ты проходишь на хома. Блин, а вот у него вот эти дома, тоже же они жилые, наверное, нет? Всякие, да, видишь, у них... Да? Зарейтинные, да-да-да, это основной. Это ПД... А, вот этот большой, это основной, получается. Диман,
Они здесь все вместе, что ли, живут? Диманы. Здесь кто? Здесь Тоник. Ты хочешь добомбить, что ли? Да, да, первый этаж. Первый этаж. Но они, наверное, не настолько... Не настолько-то уж дикие. Подожди, а если это? А у меня МК одна есть. Со мной иди, надержи. Вдруг будет что? Посмотрим, походу. Ни хрена нет. Чё говоришь? Походу посмотрим. Ну давай я вниз спускаюсь, ты чё, уже рвёшь? Нет, я это, складываю рез сейчас все в дом. Ага. Сейчас сишки взял. За сишками походить. Так, ну наверху у них ничего нету, это 100% уже. А сколько там патронов-то было на М-ку? На М-ку 2 стака у меня. А, круто, маленько. Они варили, получается, конкретно. Они тупо конкретно варят. Забирай весь лут, я ломаю ящики. Камней столько вообще. Неужели это, блин, самые главные их этажи были? Такой бред вообще. Ну да, там должны быть где-нибудь порох, металл, где-то даже... В печках нет ничего? Нет, я печку уже сломал. И здесь ничего нету. Всё, ты пэшишься? Да. Это... Скажешь, когда будешь рвать? Ты паров сколько? Все, давай. Сейчас. Нет, здесь нет. Ну неужели они без нычек, а? Так тупо. Давай. На первом этаже там вроде сундуки есть. Давай. Так. Вот сундук стоит. Ну блин, я вообще не верю, если у них на первом этаже лут будет. Это такой бред. У меня что-то вылетело, ребят. Че, бахай? Да, давай. Смотри, сколько сундуков там. Ну да, это обманка. Про что я и говорю. Скорее всего, у них больше лута нету, мне кажется. Давай, вот здесь один вернем еще. Давай, посмотрим, что там внутри. Вон там печка стоит. Ну-ка. Не, ни хрена. Там есть, там, значит, весь лут был. А сишки не знаю где. Все, уходим тогда. Ну да. Чё, куда? А там что-нибудь осталось по сишкам? Нет, всё, ну... А, ну всё тогда. Давай, как там домой-то валить? Так у тебя что, дома нету, что ли? У меня есть, а что, лут не нужен? Я тогда к себе утащу? Нет, всё, себе. Да, сбирай, потому что у нас пушек три сундука. А, понятно. Или 4 даже. Ну всё тогда, если... Всё есть. Тогда всё, понял. Да. Давай,